Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на новое видео! С вами сегодня, как что, Олег Кофе, со мной сегодня Серёжа Бонов, и сегодня мы поиграем в новую Call of Duty Vanguard! Всем привет! Ну что, друзья, сегодня мы поиграем действительно в новую колду, но, к сожалению, это лишь только бета, поэтому мы можем насладиться лишь только пока что этим, но в любом случае в игре сейчас доступно очень много интересных решений, которые мы сегодня вам покажем. Поэтому пожелайте нам удачи, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, ну а мы начинаем, погнали! Ну что, друзья, первый режим, который мы с вами сегодня сыграем, называется «Битва чемпионов». 8 команд, и у абсолютно каждой команды есть 12 жизней. Мы будем рандомно попадаться команду на команду, и наша главная задача — экономить жизни и по максимуму вынести врага. И таким образом мы должны дойти до финала игры, где мы будем сражаться уже за топ-1, и наша задача там победить. Вот, поэтому это очень реально прикольный режим, мне он очень понравился. В общем, пожелайте нам удачи, мы сейчас тут быстренько, у нас сейчас закупочка небольшая пройдет, и мы уже окажемся на поле боя. Ну что, друзья, вот те самые 8 команд. Сейчас система выбирает, с какой командой мы будем сражаться. Мы сражаемся... Ой, там самые жесткие попались. Ну, круто, что я могу сказать. Здесь, ребят, самое главное играть... Ай, монетку забрал. Вижу одного... Так, ладно, играем максимально токсично. Хорош, другой слева был, по-моему. У меня. У тебя? Бегу, бегу. Ай-яй-яй, гранату кидает. Вижу. Подожди, вот же он! Да. Все, убил. Хп мало. Так, Серег, так, я сорю слева. Здесь реально нужно супер токсично играть, потому что жизнь не бесконечная. Ребят, это, к сожалению. Сейчас тебе прийти, за мной хвост. Блин, один где-то. Да, в центре. Не вижу убил. Пока. А, Олег. Да что ж, Серёжа, блин! Я КД был. Как? Блин! Ну ладно, мы пока больше их убили. Больше. 10 секунд! Надо еще один килл сделать. Где они? Не вижу. Олег, ничья может быть. Не вижу. У меня справа. Кидай гранату, не успею взорваться. Да блин! Мы выиграли бой! Все, найс! Мы нейтрализовали трех, они только убили двоих, поэтому мы выиграем самое этот главное, раунд, и мы получаем главное. За этот раунд косарь. В каждом раунде можно еще также прокачивать оружие. Можно покупать, у нас будет отдельный закон. Я качаю оружие. Ну что, где там, противнички? Я кидаю гранату, наберет сразу. Мы держать будем. По мне уже начинают стрелять. Не торопись. Да нет, да конечно. Здесь реально нужно играть максимально просто сейвово, ребят, понимаете? Так, пока не вижу никого. Здесь еще реально все простреливается, любая стенка просто. Вообще здесь так аккуратно играть надо. Где они? Они где-то справа, по-моему. Как ты не умер? Как он не умер вообще? Я же начал по нему стрелять. Но я одного загасил. Они все молодец. На своей респе сидят, короче. Они прям Как мы, да. Но они прям не вылезают. Я кину гранату туда, чисто вперед просто. Ах ты жопа, он каленый. У него пулемет какой. Одного. Давай. Да, двоих убил. Че, все, выкусили, выкусили, да? Я не... Откуда? Откуда он на нашей респе? Я ж их убил, почему? Да блин! Ничья. Ну, в общем, ребят, вот таким вот способом, вот таким вот темпом мы добираемся до первого топа. Ну, посмотрим, получится у нас сделать это или нет. Которые к нам попались, у них первые уровни, и они выше всех. Так это вообще прикол какой-то, ты че? Кидай гранату наперед. Так, давай, слева монетка, давай надо забрать ее. Одного вырубил? Хорош. Где еще? Вижу. Вижу. Поднимаюсь. Он сныкался? Монетку взял. Он где-то здесь, погоди. Давай! Перезарядка. Осторожен будь. Конечно, Серёж. Они тупо сзади побежали. Не, один сзади, только. Одного убил. Хорош. Перезаряд. Ай-яй-яй. Да как? Я ж перда, что ж такое-то, а? Убил. Хорош. Все, у нас жизни одинаковые сейчас, понимаешь? Видел? Команда Фокс разгромлена. Осторожнее, у вас меньше 10 жизней. А, каленый, там двое. Одного убил. Все, найс, отлично. Так, улучшаем оружие. Здесь надо реально прокачивать оружие постоянно. Уже легендарное? Да, ты что, с ума сошел? Все, найс, 5-2, отлично. 5. И нам еще дается косарь за победу. Так, сейчас, по идее, должен быть у нас закупочный раунд, если я не ошибаюсь. Но мы все, да, сейчас будет закупочный раунд. Мы находимся сейчас просто в топ-3. Это просто супер прекрасно. Давай, значит, смотри, покупаем обязательно жизнь. Ага, так, а денег у тебя есть, Сережа? Денежки-то есть? А у меня есть, потому что я оружие-то не прокачивал. Я сейчас просто 3000 потратил на дополнительную жизнь. У меня просто денег осталось на бронепластину только и все. В общем, через определенное количество раундов есть раунд, где мы можем закупиться просто и все. Вот, поэтому будем дожидаться, наверное, следующего раунда. Нужно собирать как можно больше денег и все. Собирать монетки. Так, да, больше, да, как, конечно. Как только... Так, с кем мы сейчас будем воевать, мне просто интересно. А, ну мы даже топ-2 держим, это вообще замечательно. Снова они. Все, найс. Все, там типы с первым рангом вообще забей. Вообще, сейчас должны заточить, по идее. Минус один. Хорош.
меня так, очень мало. Слева. Как он меня? Как объяснить, откуда он вообще стрелял? Как он видел меня? Почему я никого не убил. Вижу? Убил. Не ходи в центре, ты что там гуляешь? Меня! Да, блин, нормально. Помог. Не заходи далеко, осторожно. Все хорошо, не переживай. Не могут быть в спине у нас? Чекаю. Вроде нету. Но у них одна жизнь, они не будут просто выходить. Но мне кажется, да, они вряд ли сейчас пушить будут, они будут играть с Ивовым, потому что да. Так, все, найс, 3-1, самая главная победа, ребята, самая... Вот, мы еще тупо день держим, отлично. Ну тут на самом деле, ребят, ситуация может измениться просто абсолютно в любую... А как так получилось? Не пока можете. А, слышишь, не, сейчас просто за счет того, что мы в топе, сейчас они сражаются с друг другом, и потом мы уже будем, потом мы в полуфинал выйдем. Так что у нас просто... Сколько у тебя денег? Просто минута АФК. У меня, я оружие прокачиваю, Серег. Не, ну смотри, ситуация. Следующая, осталось 6 команд, и у двух команд вообще жизни нету. То есть, если ты там убиваешь, то они больше не спавнятся. У двух других команд по две. А, все, нам просто сделают 2 килла и все, смотри. А, так это опять они. Так это изи. Да как так? Олег, тихо, не кипишуй. Убил. Хорош? Все, один остался. Все, один справа остался. Все, найс, все. Команда уничтожена. Все, Олеж, собираем денежки. Ему, а что за оружие у них тут такое? А ведь реально, давай бегаем. У нас 39 секунд, бегаем по карте, да, бегаем по карте, деньги собираем просто, и все. Отлично. Вот еще 100 баксов за что-то дали. Что-то Олег как-то хорошо идет. 2-0, смотри, бой выигран. Что-то в конце пойдет не так по-любому. 100%. Ема, ну мы топ-1 пока держим, это супер хорошо. Смотри, две команды, у них по 3 жизни. Так что нам надо просто постараться. Вот тут, вижу, кидаю гранату наперед. Не дай монетку. Так как? С какого оружия он меня убил? Это что он сделал? Как он это сделал? Что за снайперская винтовка? Я не... Он про... Что? Как это вообще? Вот это пар, я говорил, что это оружие хорошее. Так как? Олеж. Они что-то жестко закупили, Серег. Они так, Олеж, идет какая-то жопа. Так, я оружие прокачиваю на легендарное. Да я... В смысле? Что за бред? Что происходит? Я не понимаю. Что-то пошло не по плану. Какой-то пиздец. Я вас успею за монетку, думаю. А да убил? Пофиг, мне кажется, монетки уже нету. А, моя монетка. Хорош. Убил. Да с какого? Я не понимаю. Они реально, слышишь, у них просто стопа какая-то жесткая. Прям, Олег, я не знаю. За... У них осталась одна жизнь, по сути, и все. И монетку я еще стырил. Одного убил! Хорош, но мы проиграли, но мы все равно проиграли. Но не, но все равно, смотри, мы проиграли бой именно сам, понимаешь, мы за него денег-то не получили. И мы сейчас опять. У нас закупочный, а они у нас сейчас закупочный раунд, а они сейчас будут стреляться с друг другом. Так что за ними. А где они? На какой битве? На какой карте стреляют? На маленькой. Подожди, что, я куплю броню, а то у меня брони нету. Блин, я не знаю. Там реально иногда просто бывает такое, что тебя сносит буквально за секунду. Я реально не понимаю, как это работает. Они издалека вытягивают. У них какие-то жесткие вообще оружия, там снайперские винтовки какие-то. Так, а на какой карте они стреляются-то? Мне кажется, они будут супер аккуратно играть. Итак, у нас тут матч. Смотри, они реально будут супер аккуратно играть. Видишь, тут один чел вообще сидит, даже не вылезает, смотри. А у них у обоих нету жизни. Ну ни так у того, да. Ни у другого. Прям да. А, реально, смотри, если на тап нажать. Это у нас 4 жизни получается. И нам достаточно будет просто по киллу дать в следующем раунде и все, да? Интересно, как... А, так все, смотри, все. Все, мы, получается, против вот этой команды, которая осталась у живых, Зелнис и что-то там еще. Все, да, у них вот они у нас жизни, у нас 4. Это прекрасно, это просто прекрасно, друзья. Потому что сейчас... А, у нас еще один закупочный раунд, и мы занимаем 2-1, 100%. Так, Серега, они купили 2 жизни, да. И ты смотри, если они возьмут еще где-то, где эта монеточка находится, у них будет... Блин, как это неудобно. Блин, а. С какого оружия они стреляют, я не понимаю. Это пиздец. Короче, тут надо играть прям аккуратно, Серег. Просто минус вся броня. Я не понимаю, с какого оружия они вообще стреляют. Я знаю, где они. Они знают, ну, про я меня. Олег, они по мини-карте отсвечиваются. С какого оружия вы стреляете? Как это понимать вообще? Как это работает? Не, слышишь, я теперь понял, какое оружие нужно покупать. Какое оружие нужно... Оно просто простреливает все. Блять! Одного убил? Одного убил. Это у нас три жизни. Одну монетку стрелил. Да как? Какого оружия? С какого вообще? Я не понимаю! У нас две жизни, Серег, все самое. Ай! Ой! Как они простреливают! Леша, не по мини-карте очень... ты можешь понять, где они. Не очень жестко простреливают. Калёный! Одного убил! Все, остался один. Не трать жизнь. А, 30 секунд еще. Да нет!
Серег, все, но он один должен быть, они не могут спавниться же ведь уже больше. Он один, да, он один. Блять. Я гранату кинул ему туда. Он по мини-карте указывается, где он. Вижу. Налево побежал. Чеку. Хорош! Сюда! Топ-1! Let's go! Не, ну нормально. Ну это реально жестко было. Согласитесь, это было очень плотно. Ну это не. Тут реально, ребята, я говорю, этот режим очень крутой. Понимаете, тут любая ситуация может измениться в корне просто вообще в любую секунду. Это реально круто. Итак, друзья, прямо сейчас начнется настоящее великое сражение. Потому что мы играем в новый режим, где зона, которую контролировать, но она постоянно перемещается. И наша задача постоянно, конечно же, держать ее в своих, так сказать, владениях. Вот, так что будет реально очень жестко сегодня. И это прям 100%. Давай, так, Серега, просто... Опа-на. Давай, хорош. О, хорош, там как раз противники. Опа, я никого опа, не вижу. Двоих сразу. Я кидаю просто гранату наперед, потому что там по-любому кто-то взорвет. 100%. Я смотрю проход. Вот, ты нормально вообще, чел? Куда прыгаешь? А ты куда? Бил кого-то. Тихо. Куда вы все летите, ё-моё? Опа. Минус еще один. Блин, ну это вообще жесть на так, самом Олег, деле. Так, а где зона захватывать вообще? Скажи. Вот, вижу, 50 метров. Все, погнали до зоны, погнали. Гуляет она. Никто и гулять там не разы. Братан, это я, это свой. Так, а как пройти через дом-то здесь? Как бегу. Ой. Там все можно ломать. Окна да ломать, двери ломать. Это я-то понимаю. Лица а, блин, ломать да, тоже как можно. Так, да? Ладно, Серега, быстрее. Они захватывают, противники захватывают территорию. Я убиваю, кидай гранату наперед. Ух. Тихо-тихо. Все, можем идти. Уф. Ай. Тут все взрывается. Будь осторожен. Там три врага сразу на меня. Да что ж вы делать-то будете, ребята? Вы что, а? Блин, тут газ ядовитый кинули. Да нигде не зайти вообще. Нормально? Убил. Хорош. Точка чистая. Держи. Все, погнали на точку. Так, срочно, слушаю, нам срочно нужно захватывать ее. Прям очень срочно. Захватывай. Захватываю. Захватываю чеку точку. Я сырю верхний проход. Я сырю верхний проход. Чекаю зад. Так, зад это чист. Все. Помыли. Все, все свои. А, зад грязный, много, слишком много. Очень много. Серега, живи! Нормально, Сзади еще будут. Противники. Я еще появляюсь. Нет, там нормально. Я бегу на базу. Все, мы очень уверенно сейчас точку держим, очень уверенно. Пока да. Нормально, минус два. Опа. Тихо. Кидай гранату на всякий случай туда. Сзади, да, заходит? Так, вот сейчас спереди будут ждать нас по-любому. Где зона-то? Минус один. Пошел нафиг, снайпер. Тихо. Так, Олег, я сейчас красиво делаю. Какой просто такой крестёныш, просто стоит, там что-то шкерится, ждет кого-то там. Ты посмотри на него, что делает. Хорош. Так, все, давай обходим сбоку. Блин, как я много сил. Я всех убил! Хорош! Молодец! Красавчик! О, Олег, смотри, какая пушка. Захват пошел. Это что? Это что? Экономь патроны! Патроны экономь! Вот! Классно, Серег, ты там. Ну, слушай, пушка помогла, это реально сейчас, слушай, а прям очень помогла. Все, давай, мы держим. А, мы не держим уже точку, да, как я понимаю? Ну там их много, да. Там прям все заэкспавнились, я же всех убил. Ой, хорошо. Так, я там в дым понастреливал, у кого-то выцепил, там одного. Так, бежим. Надо на опережение. Да не, это 100%. Это вот тут просто ждем и все. Они сейчас отсюда пойдут, мы их тут ждем просто. Так, сторона зона. Вот так вот и наперед просто кидаем. Не, нормально. Вот тут через низ идем. По-любому сейчас кто-то здесь побежит. А мы тут... А какого фига сзади, если сзади были наши? Скажите, пожалуйста. А вот, а мало места. Ай, блин. Людей много, а места мало. Куда ты там стреляешь? Куда вышли в лидер? Вы офигели, что ли? Так, Олег, надо... Да, гранату наперед. Ой, ты промахнулся немного. Надо я боюсь, что там в спину сейчас заходить будет, если честно. О, даже кого-то зацепил. Уже зашли. Все, быстрее за зоной. Все, наши захватывают, я жопу чекаю. Все, нормально. Все, я захватываю, я на зоне. Я прямо на зоне хорош стою. Я прямо на зоне стою. Чекаю ребята, жопу. Прикрытие. Двоих убил. Ребята, прикрытие. Сережа, ко мне. Олеж, автомат Калашникова. Давай. Ой, еще немного, и у меня собачки разблокируются. Отлично. Блин, где противники-то все? Я чекаю все еще. Жопу. Откуда ты вообще оружие такое достал? Скажи, пожалуйста. Ну, я киллстрик сделал. Серега, сверху. Понял. Мды, вот классное оружие у тебя. Я там не смотрел. Слышь, я виноват. Он вообще как касатель. Минус один. Так, через дом пойду. Так, заходим здесь. У меня на самом деле есть какая-то способность, которая будет рандомный киллстрик давать. Типа, может мне собачки выпадут. Так, здесь никого. Тихо.
новые разведданные. Тихо. Двойное убийство сделал. Еще одного загасил. Ой, как хорошо всех убивается-то, а. У меня бомба доступна, но я хочу собачек разблокировать. А вот. Зона патрулирования. Все, зону? А почему я один на зоне стою? Леш, ты сможешь, я в тебя верю. Почему так, я вызвал самолет, который показывает, где они. Это хорошо, это очень хорошо. Так, ну мы так, по очкам нормально пока, кстати, идем. Там плюс-минус одинаково, по-моему, пока. Хорош. Да как это так? Ой, все зареспавнились. Одного убил. Там вообще нереально сейчас пройти через этот. Так, я попробую еще раз ящик. Минус один. Там один стоит за коробкой. Или его убили уже? Ну что-то как-то везет, они там появляются прямо около меня. Все, нормально, все, на точке, у нас очень много людей сейчас на точке стоит. Прям дофига. Вызываю ящик. Минус один. Да когда мне собачки уже разблокируются, дайте мне собачек. Еще минус один. Дайте мне собачек. Так, Олег, наших бьют. Одного убил еще. Все, мы контролим точку, это вот очень хорошо. О, там маленький танк где-то, блядь. Ой, сколько там людей, сколько... Двойное убийство дал? Ай, ну конечно, да, конечно. Откуда убили? Ай, сзади. Вижу. Олег, наверху много. По центру, сзади. Тут повсюду, Серег, враги. Ну мы лидируем, мы пока лидируем по очкам. Это очень хорошо. Ты нажми на тап. А что там такое? А мы с тобой прям первых... в топе. Ну а понятное дело, Серега, ну тащеры. Что тут еще? Ой, о! Я тут сколько троих положил. Да где собачки мои? Где все мои... А сзади идут, ребята, ну а вы где что? Мои собачки? Да как я так заспавнился сразу на базе противника? Ну как это понимать вообще? А, сейчас должны по центру спереди появиться, очень много спереди. Да как так-то, ну как так-то? Он же должен был выйти на другого челика. Олег, нужна пропусти, помощь? Пропусти. Я убил его. Все, больше никого? Кидай гранату туда? Пока нет. Короче, они спереди, там где тоннель был передний, они там. Так они справа уже там обходят! Блин, ну как так-то? Ну ё-моё! Ай, за жопу хватили. Минус один? Так вот, да почему в спину ко мне постоянно заходят, я не понимаю. Ну как такое происходит? Как? Тут из-за того, что маленькая карта, они вообще везде могут появиться, и в этом проблема. Так вот они реально, они просто повсюду появляются, бесит вообще реально это. Так, Олеж, мы пока ведем на это фигово. Вот опять сзади! Что он там сделал вообще? Надо вдвоем держаться. Но мы сбоку заходим. Так, вижу. Вы захватываете все, я тогда перед чекаю. Ты смотри зад, я перед. Посмотрел, где перед их много. Зона их у нас? Много, очень много спереди. К вам бегут. Ай, зашел в спину, ну куда? Ну почему они все в спину заходят, а ну почему? Все, мы выигрываем. Осталось немножко. Осталось совсем чуть-чуть. Олеж, давай. Опять в спину меня, да? Меня как раз в спину убивать будут, или я не понимаю, или чё? Бежим наперед. Все, 200. 17 очков до 200 осталось, чуть-чуть совсем. Бежим. Да ё-моё! Как так? Почему? Меня так бесит, когда меня убивают, если честно. Давай, я сейчас знаешь, как сделаю? Всех убил, вообще моё! Я вызываю ракету и... Бум! Домой, до свидания. Ой, хорошо, тройное убийство сделал! 12 очков. А блин, мог еще сделать киллы! Кидаю слепо. Ну все, ну тут лепло немножечко осталось, Сережа. Зону захватывайте, и все. Убил. Да как так-то получилось-то? Да как это ж... Все, изи, наш раунд. Наш, да? Ё-моё. Серег, бегу к тебе! Я пулемет вызову. Так, а все, 4 очка до захвата, все! Все, 2, 1, let's go! Так, вы что это? Ема! 52 кило, ребята, между прочим. А, ну это, кстати, не... Нет, это захват, у нас... это захват. А, захват, да? Ну, в любом случае, я на табе, если нажимать первый в команде, это право. Сережа на втором месте. Сережа, мы... А, на третьем. Ну, мы красавчики, слушай, мы молодцы, реально. Ну что ж, друзья, как-то так мы с Серегой сегодня поиграли в новую колду Vanguard. Я надеюсь, вам понравился этот видосик. Вы поставили обязательно лайк, подписались на все наши каналы. Если что, бета доступна до всех прямо сейчас, 16 по 20 число. Поэтому, кому интересно, заходите и играйте. Может быть, кому-то реально понравится, заходите и попробуйте чисто для себя. Ну что ж, друзья, на этом сегодня все. С вами сегодня были, как стали, кофе Серега Болтов. Все ссылочки находятся в описании под этим роликом. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Всем пока.